В Тверской школе номер 16 прошла благотворительная акция «Поможем взводу лейтенанта Шигина». Бывший ученик этой школы Федор Шигин сегодня служит на Донбассе. Его педагоги, а также старшеклассники и их родители решили оказать поддержку бойцам, а заодно передали с волонтерами много слов благодарности. Инициатором проведения этой акции стали ученики 16-й школы и воспитанники учебного центра «Призыв». В 2018 году Федор Шигин закончил здесь 11 класс. Затем поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище. Сейчас он воюет на Донбассе. Но связь с ним школа поддерживает и гордится своим выпускником. Он награжден медалью за отвагу, получил ранение, сейчас восстановился. Я очень благодарна всем, и родителям, и детям, и всем тем педагогическому коллективу, кто откликнулся на эту акцию. В своей бывшей школе Федор уже почти человек-легенда. На волне активной волонтерской деятельности по всей стране направлены на поддержку спецоперации ученики 16-й школы. Их родители и педагоги решили организовать свою личную акцию, которую назвали «Поможем взводу лейтенанта Шигина». Мы собрали инициативную группу учащихся 10-11 классов. Написали обращение и к ребятам, и к родителям. Выступили с презентацией, дополняя информацию перед учениками 1-11 классов. Вообще мы захотели участвовать просто потому, что прониклись всей этой историей, ситуацией. Выпускник нашей школы участвует в специальной военной операции, и мы захотели ему помочь. Медикаменты, личные вещи, предметы гигиены, а также письма военнослужащим от жителей города уже сегодня повезут в зону СВО и передадут взводу, в котором служит тверичанин Федор Шигин.